Всем привет, с вами Дезелов, и сегодня у меня для вас просто офигительная новость. Проект Jojo Diamonds Record Revival потихоньку начинает развиваться. А это означает, что теперь нас ждет Jojo DR, но в новом переоформленном варианте. Во-первых, будет доступен английский язык, во-вторых, игра выйдет для ПК. Значит, Android-платформа, я, если честно, не уверен. Разработчики добавляют туда, помимо имеющихся уже персов, своих, то есть они научились каким-то образом, им это сложно, но тем не менее они смогли начать создавать модельки, и поэтому мы можем рассчитывать на появление невыпущенных спрайтов, то есть таких как Formaggio, к примеру, Иллюзия и другие. Также хотелось бы сказать, что в игре теперь у нас готово главное меню, в нем стоит наш первый доступный персонаж Джонатан. Он может даже говорить какие-то фразочки при определенном количестве нажатий. Уже оформлены некоторые иконки, но не до конца. Вот. То есть Jojo DR, получается, сделали ремейк, но в связи с карантином выходит так, что разработка игры чуть-чуть замедлится, так как нам всем сейчас очень тяжело, и им, в принципе, тоже. Но это не значит, что проект будет мертв. Нет, его будут постепенно делать, но темпы немного снизятся. Релиз обещают уже в этом году, но конкретной даты не названо. Поэтому будем рассчитывать на лучшее. Скажу сразу, что это, скорее всего, отдельная игра, поэтому ваш игровой процесс восстановлен не будет. Как будет выглядеть геймплей, нужно ли будет зарабатывать персонажи, или они будут сразу открыты, я сказать точно не могу. Все, что я мог сказать, я уже высказал ранее, и даже неоднократно я писал это в YouTube-сообществе, то, что добавлено вот такое-то, добавлено вот такое-то, то есть вот такие вот успехи, и совсем недавно разработчики нам их продемонстрировали. И как можно заметить, они добавляют туда не только персонажи, которых они собрали модели, или, например, которых должны были быть, но не появились, они еще и добавляют своих каких-то фанатских персонажей. То есть этот вот Миста, который трансгендер. В общем, что я хочу сказать в конце этого видео. Не стоит переживать то, что Jojo Diamonds Record удалили. Его, скорее всего, больше нельзя в него будет зайти. Поэтому давайте надеяться на лучшее и будем ждать Diamonds Record Revival. Jojo DR переродился, он снова жив. Теперь нам остается только дождаться его появления. Ну а с вами был Дезелф, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, надеюсь, что вам понравился данный ролик. И в ближайшее время я буду вас уведомлять на случай нововведений в Jojo DR Revival. Всем спасибо, всем пока. Вот что. Снег!